Ольга Бузова открыла 3 ноября масштабный сольный концерт в Москве. Однако ее поклонники почти не услышали. Об этом они написали певице в Инстаграм. Версий, почему зрители не смогли услышать Ольгу, было много. Кто-то считает, что это вина звукорежиссеров. Кто-то уверен, что ее просто перекрикивала тысячная толпа фанатов. Или записи концерта из зала были плохого качества. Однако наибольшее количество сторонников обрела старая теория о неумении Бузовой петь. Она же не поет, а шепотом говорит. Ее не слышно, пишут поклонники Ольги в социальной сети. Это далеко не первый случай, когда слушатели обвинили телеведущую в использовании шепота вместо чистого вокала. Комментарии о плохой подготовке шоу подписчики Ольги Бузовой пишут под видео с исполнением хита «Привыкаю». Девушка поделилась, что новое звучание трека буквально разрывает на частицы, и она планирует выпустить этот вариант отдельно. We'll be right back.